Приветствую вас, друзья! В этом видео я буду перерабатывать советские радиодетали. Серега Чемпион подогнал. Помните, да, я показывал? Вот они, эти радиодетали. Хвостики от всяких транзисторов. Вот они, эти транзисторы. Советские, золотые. Хвостики у них подкусаны везде. А вот, кстати, один целый. Раритет старый. Еще целенький абсолютно. Сейчас такие еще найти надо суметь. Серега Чемпион подогнал. Еще будут деталюшки. Также часики с позолотой советские. Всякие вот ремешки. Золото, разумеется. Процессоры. Ну, это более современные процессоры. И два таких я уже переработал, да? Я уже показывал, помните? Вот он, этот раствор. Здесь находится раствор с тех двух процессоров. И тот осадок уже немного растворился. И золото из посуды. Это я потом просто вылью и выделим золотишко. В общем, радиодетали буду травить в азотной кислоте, как уже показывал. Это хороший метод. Везде золото идет, видите? Причем такие хорошие не только детали, но и всякие ремешки. Добротные, с хорошим содержанием золота, видите, да? Особенно вот этот ремешок прям аж очень хорошо покрыт золотом. Также часики всякие тут, вот, к примеру, такие часики. Вот эти стрелки, кстати, золото идут. Не покрытие, а прям из сплава, кто не знает. Вот знаете, сами стрелки в часах, они из чистого золота идут. Ну, как чистое там, сплав идет какой-то, сплав. Ну, бывает покрытие. Если старые, советские, то там стрелки идут из сплава, как у вас в кольце золото идет. Где-то 500, 600, где-то проба вот такая вот. Не знаю, какая точно, но примерно такая вот. Отломалась стрелка. Ладно. Я что не надо отсюда уберу, потому что корпус сам железо. Зачем мне его растворять? Еще доработаю кое-что. Так же, как и вот это вот. Деталюшка, не знаю, что вот эту только отдеру позолоченную детальку внутри. Наверное, этот. Транзистор такой здоровый какой-то, смотрите. У него три ножки тоже идут. Или две. А нет, три. Вот третья какая-то идет, непонятно. Три ножки идут. Так, хвостики позолоченные тоже тут. Золотишко нормально. Транзистор самый главный. Целенький, блин. Жалко прям такой уничтожать, не спорим. Еще рабочий, еще даже не ставили. А еще такой найти суметь надо. Это сейчас большая редкость найти такое. Также вот такие золотые кубики. Вот. Внутри идет золото. Это какие-то гирлянды советские. Их надо будет вот так сейчас рассоединять. Я сейчас с них и начну. Вот так вот делаешь. Так, сейчас просто перчатки лучше надеть на всякий случай. Отвертка может это соскользнуть. Рассоединять их. Так, боюсь в палец загнать. Вот так я их сейчас буду рассоединять. Сейчас, подождите. Не проткнусь руку. Они склеены как будто. Вот. Я каждый буду рассоединять. Вот, рассоединил. Вот. Золото внутри идет. И вот эти гирлянды. Вот эти гирлянды. Так, сейчас. Сюда это. Я буду все сюда скидывать. И протравим их, эти все гирлянды золотые отдельно. Вот. В супер реагенте. Вот увидите, насколько он эффективен. Всего несколько капелек. И все вот это золото растворится. Я постараюсь запечатлеть это растворение, на которое уйдет 6-8 часов. Я, к сожалению, не могу включить камеру на 6-8 часов и ждать, пока у меня золото растворится. Но я ее хорошо зафиксирую и буду делать фотографии каждые 10 минут. И посмотрим наглядно, как золото растворится.
Вот оно золото, смотрите. Советское золото. Классные гирлянды. Сюда их кидаю. Сейчас каждую так буду разбирать. Абсолютно. Вчера все разобрал. Рассоединил все эти гирлянды позолоченные. Решил сегодня начать с утра, потому что понадобится время, чтобы все это запечатлеть, заснять на камеру. Придется делать, как я уже говорил, по одному снимку каждые 5 или 10 минут. Поэтому и решил начать дело с утра, чтобы все запечатлеть, заснять. Так, берем супер вещество, вода, шприц. Ну, наверное, возьму где-то половину, вот, миллилитров 10-15. Этого хватит сейчас. Так, я взял вот столько. Здесь... Ну, 15 где-то, 15 миллилитров. Так, капаем. Сразу весь не буду капать. Так, я половину добавил. Вот. Такой раствор получился. Бордовый. Насыщенный. Этого хватит, я думаю. Добавил половину только, вот, где-то 7 миллилитров, остальное сюда выливаю, хватит, я думаю, это даже с запасом. Так, все, получился вот такой бордовый раствор. Вот. И заливаем эту позолоту, эти гирлянды золотые, этим раствором. И золото начнет растворяться. Так. Надо их просто залить, и все. Вот так вот хватит, все. У меня даже осталось. Но это я вылью тогда в ту бутылку, где у меня хранится раствор. И сейчас мне надо будет установить камеру, чтобы заснять, как растворяется золото. Раствор бордовый, я не знаю, получится заснять или нет. Ничего не понятно. Позолота почти не видна. То есть по фоткам не станет ясно. Так, я камеру установил. Буду делать снимки каждые 10 минут. Вот позолота видно, видите, вот, да? Вот. Раствор бордовый, но в принципе так видно. Вот она. Отражает просто. Как зеркало, типа. Позолота. Отражает отражение. Вообще видно, что золото вот. Потом вот здесь вот свет еще тоже падает. Так вот, позолота на этих гирляндах. Ну, в основном будем ориентироваться тогда вот на эту, потому что, говорю, плохо видно из-за того, что еще раствор бордовый стал. Он такой будет, даже когда все золото растворится, особенно в цвете не изменится ничего. Будем ориентироваться на эту позолоту. Давайте. Вот, все. Сейчас буду делать каждые 10 минут снимки и посмотрим, что получится в течение 8 часов. Наступило утро следующего дня. Вчера я начал растворять эти гирлянды в своем супер реагенте. У меня практически все наполовину растворилось. Но не все. Вот. Кстати, вот это вот
гирлянда, которая с краю, она прям сильно сюда к краю, на нее раствор так сильно не попадал, она растворилась только наполовину. А вот которые идут там, более открытые такие, там он прореагировал лучше, почти все растворилось. Так. Ладно. Он у меня еще будет дня два так стоять. Я сейчас добавлю еще супер вещества. Так, сейчас я добавлю. Слой, наверное, достаточно такой толстый. Можно немного еще добавить, совсем чуть-чуть добавлю. Вот. Вот так вот пойдет все. Пусть он стоит у меня, еще дня два будет стоять, оно все растворится. Половина уже растворилась, половина. Ну, это растворяется за эти 2-3 дня. А сейчас займусь радиодеталями. Начну их это растворять. В азотной кислоте сперва. Так, все эти хвостики позолоченные от всяких транзисторов. Вот. В основном это хвостики всякие. Контакты сразу можно сюда пересыпать. Так, чуть-чуть просыпал, совсем немного. И сейчас я займусь часами. Надо поздирать с них, что не надо. Также процессорами. Так, ну все, всего лишь несколько этих. Контакты эти пересыпал, мелкие, сюда все. И сейчас займусь вот процессорами. Пока сюда уберу. Вот некоторый материал надо подготовить, чтобы зря не растворять, что не надо. К примеру, процессоры. Так, потом вот эту лишнее снять, железо это убрать. Вот эту только позолоченную деталюшку внутри оставить. И все. Чтобы вот эти вот тоже крышки не растворять. Часы полностью. Вот эти вот не растворять все. А так тут, в принципе, остальное разбирать не надо. Разберется дальше кислота. Так, ну да, все, тут больше ничего такого нету. Транзисторы советские золотые, бесценные, контроллеры золотые, какие-то пуговицы, я не знаю, они, наверное, не золото. Он так что-то уже собирает все, что попадается. Но они алюминиевые, растворятся быстро. А в азотной, возможно, и не растворятся. Так, часы уже показывал все это. Перекидываем сюда. Что будет спокойно растворяться. Так, ну вот так вот.
Все разобрал, процессоры обжег, по золоту контакты с них снял. Вот сколько получилось этих контактов. Часы разобрал. Корпус можно выкинуть. Вот он, пустой корпус. Не нужно это железо, чтобы зря не растворять. И эти схемы тоже, микросхемы, процессоры. Крышки эти, это все можно выкинуть на помойку. Там ничего полезного нету. Вот видите, желтенько есть, вот как бы золото. Но тут этого золота, знаете, пару вот этих вот контактов всего лишь. Только больше потом потеряешь, когда золото впитается в эти схемы. Так что лучше их выкидывать. Все, сейчас буду растворять это все в азотной кислоте. Протравлю в азотной кислоте, как уже показывал, и уже потом будем растворять более чистый материал в царской водке. Кстати, на этот раз я хочу вам показать новый способ растворения. Это для тех, у кого проблемы с соляной кислотой, так как солянку найти трудно. Можно обойтись и без солянки. Будем растворять в хлорке. Хлорка и азотная кислота. Так, пересыпаю сюда. Не можете найти соляную кислоту, да не вопрос. Можно и без нее обойтись. Хлорка еще лучше будет растворять. Вот увидите. Особенно если вот такая колба есть. Это вообще замечательно. Все подготовил. Установил колбу на плитку. Так. Подключил бутылку с водой, где будут конденсироваться эти пары азотистые. И будет образовываться азотная кислота. Причем достаточно крепкая такая. Можно считать, что наполовину верну кислоту. А дальше по второй бутылке пары будут уходить. Они здесь будут как бы опять собираться. И уже избыточное давление будет уходить. В трубу уходить. Но в первой бутылке будут конденсироваться эти вредные пары. Так, наливаем азотную кислоту. Включаем плитку. Все начнет растворяться. Вот так сделаем. Вот столько я беру азотной кислоты. Все выливать буду, не знаю. Сейчас посмотрим, может сразу всю вылью. Так, наливаем. Растворяться материалу много. Да, все вылью. Пусть. Так, пошла реакция. Закрываю пробку. Ну, все. Реакция пошла. Да, реакция пошла просто сумасшедшая. Смотрите, ребята. Но все равно, смотрите, какая красота. Я еще так себе все сделал. Особо не стараюсь. Повтыкал всякие шланги какие-то. Видите, да, как? Здесь конденсируются пары. Вон как булькает. Азотка образуется. Вот. Кстати, эту, наверное, вот эту полученную так называемую азотную кислоту буду использовать для растворения потом золота. Отсюда избыточное давление уходит. Красота! За вчерашний день я все протравил в азотной кислоте. Дважды, вот уже сколько отфильтровал раствора. Не стал показывать одно и то же по 100 раз. Вот она позолота в основном одна. Сейчас буду растворять эту позолоту в царской водке. Осталось чуть-чуть дофильтровать раствор. Фильтр сюда кинуть и растворить уже золото. Раствор должен получиться более-менее чистый. Большая часть ненужных металлов растворилась. Это и часы, и всякие там контакты. Вот сколько раствора здесь и плюс еще вон там. Все это бесполезный раствор, который можно вылить. Я уже даже анализ проделал вон тому раствору.
туда насыпал пиросульфит натрия, ничего нету, никакого осадка. Можно смело выливать, не нужен раствор. Так, я все отфильтровал, и пришло время растворять позолоту. Фильтр сюда перекинул, он весь раскис. Вот. Хорошо все промыл водой. Сейчас будем растворять золото. Кстати, я этого никогда не показывал. Попробуем растворить всю эту позолоту. Вот. При помощи белизны, потому что у некоторых проблемы с соляной кислотой. Вот. Берем белизну. Так. Сейчас. Супер белизна. 70% самая крепкая. Стаканчик и набираем 200 мл супер белизны. Вот так вот набираем. Кто не знает, при помощи белизны, вот я набрал 200 мл, можно растворять золото. Многие показывали, что растворяли по золоту при помощи белизны с соляной кислотой, но я вам так скажу, это не обязательно. Можно использовать любую кислоту в качестве окислителя. Так, сейчас я шприцом эти края сбрызну. Можно использовать любой окислитель. Азотную кислоту. Соляную кислоту, без разницы. Даже серную кислоту. Но под хорошей вытяжкой, сразу вам скажу. Иначе выделяется очень сильная вонь. Страшная просто. Так, и вот я добавил. Все. Считай, все вылил. И сейчас будем использовать в качестве окислителя азотную кислоту. Так, остатки выливаю. И сразу втыкаю в пробку. А пары избыточные, которые будут выделяться, будут конденсироваться вот в воде. Так, и набираем примерно 100 мл, почти столько же, чуть больше азотной кислоты. Азотная кислота. Так. Не забываем, что будут выделяться хлорные пары, очень вредные. Набираем вот. Поэтому лучше это делать на улице. Аккуратно добавляем азотную кислоту, может идти сильное вспенивание, сразу вам скажу, вот я столько набрал, хватит. Сейчас будем растворять наше золото. Добавляем небольшой струйкой. Я, наверное, на всякий случай надену противогаз сейчас и не буду пока ничего комментировать. Чтобы не отравиться этими парами, вот противогаз используем как минимум. Это очень вредно. Выделяется хлор. Азотную кислоту налил, и растворение сейчас начнется. Растворение будет протекать так. Будет получаться хлористая кислота. При добавлении любого окислителя, хоть серной кислоты, хоть соляной, хоть азотной, к белизне, то есть к хлорке, получается хлористая кислота. И выделяются пары хлора, очень вредные для здоровья. Но при этом золото растворяется, прекрасно растворяется. Что нам и надо.
Прошло часа полтора, и пришло время выключить плитку. Так, у меня в бутылке с водой, где конденсировались пары, было вот столько воды, а стало вот под конец сколько, за эти полтора-два часа. То есть раствор очень сильно насытился парами хлора. И раствор, кстати, стал такой немного желтоватый, как будто, и пузырится, мелкие пузырьки по нему. Это потому, что он насытился парами хлора. Откручиваем бутылочку, чтобы обратка не пошла. Так, ну тут и азотка выделяется, запах бурый. Я не понял вообще-то, подождите. А может это там образовалась азотистая кислота такая, хлористо-азотистая. А плитка пусть, то есть колба пусть стоит на плитке, потому что она горячая, если ее снять, она может лопнуть, пусть остывает так еще. Вот, запаха никакого такого нету. Так, вот какая у меня получилась кислота. Бутылка, кстати, нагрелась достаточно так. Ну, не то, что горячая, но теплая. Градусов 60. Да, такая даже чуть-чуть аж брать. Горячеватая. Такая вот зеленовато-желтая немного субстанция. И плотненькая, кстати, эта кислота. Вот эту жидкость можно будет использовать в качестве окислителя. Травить радиодетали в ней не пойдет. Ну, там избавляться от меди, так как здесь присутствуют пары хлора, вот, золото растворится. А вот растворять, к примеру, камни или золото, вот такое вот, очень даже. Так, куда я сюда уберу пока? Видите, да, как хорошо придумал? Ничего вредное наружу не выделяется, пары конденсируются, красота. Все растворилось. Наконец-то мой раствор остыл. Уже можно, в принципе, прикасаться рукой спокойно. Вот, получился такой темно-желтый раствор, как и в прошлый раз. Железо, наверное, присутствует. И многие у меня спрашивают, какую ты используешь бумагу, когда фильтруешь. Вот, самая обычная бумага. Офисная бумага. Режем, делаем что-то типа такого круглого фильтра. Будем сейчас фильтровать этот раствор. Так, устанавливаем сюда в сетку бумагу. Вот и все, обычная бумага. Начинаем фильтровать раствор уже золотом. Так. Пока буду фильтровать в литровую банку, потом перелью, потому что сейчас у меня колба занята. С этими гирляндами. Так, сейчас аккуратненько льем то, что золото. Золото здесь в каждой капле. Бумага уже начинает. Так. Пока хватит. Пока хватит. Надо сполоснуть горлышко. Раствор уже начал фильтроваться, очень кислотный. Вот, проходит струйкой, прям побежала.
Так, я все дофильтровал. У меня, кстати, порвался фильтр немного, вот здесь сбоку. Основной раствор я отфильтровал через эту бумагу, но чуть-чуть муть прошла. Я потом через ватку просто пропустил и обратно в эту колбу весь раствор перелил. Вот он, чистый он. На все про все много времени не ушло. Отфильтровалось быстро и хорошо. Фильтр хорошо промыл водой. Так, и вот я поставил на водяную баню вот этот вот раствор с золотом. Здесь золото из посуды и сергеевский осадок. Поставил на водяную баню, чтобы его в течение минут 20-30 прогреть. Вдруг какое-то золото не растворилось. Керамические контроллеры все хорошо промыл. Деталюшки, которые растворял, сухие. Ничего на них нет. Как этот раствор на водяной бане прогрею, потом его дофильтрую через эту вот воронку. Здесь ватка, там ватка вот. Он сюда тоже. Полностью его сюда весь отфильтрую, раствор. И потом займусь вот гирляндами. Позолота вся уже растворилась. В некоторых местах есть, но это стекло как будто пленкой закрывает некоторые точки золота. А так, в принципе, основное золото, все, что было открытое, растворилось уже. Все. Так, не так много здесь, но... А на стекло и то не на всех, а кое-где. Как будто налипшее прямо на само золото. А так основное золото все растворилось. Прошел где-то час времени. Я думаю, все растворилось, если что, не растворилось само по себе, остатки какие-то, то все растворилось уже. Ну да, что-то там было, как будто немного, а теперь просто вот мутно-зеленый такой раствор получился. Начинаю его фильтровать сюда же. Сюда же его фильтрую полностью, все. Так, ну вот. Основной раствор я отфильтровал. Вот. Такой темный раствор. Пусть он пока постоит. А сейчас я займусь вот гирляндами. Мне надо просто слить раствор и чуть-чуть его упарить. Выделить золото, растворить и туда же его отфильтровать. К основному, и потом уже будем выделять золото. Не исключено, что золото, которое я буду выделять, я его восстановлю на один раз грубо, дождусь осадка, потом снова растворю и снова восстановлю из основного раствора. Так, переливаем раствор наш с гирляндами. Вот столько у меня раствора, вот, вот, где-то 700 миллилитров. Надо упарить вот где-то вот отсюда, и прямо здесь можно его будет выделять. Итак, мой раствор практически выпарился. Вот сколько получилось раствора. На дне какая-то муть. Но это ерунда. Никакого значения не имеет. Фильтровать его не буду. И пришло время выделять золото. Так. Вот, добавляю. Можно прям в горячий раствор, кстати. Золото будет быстрее выделяться. На все про все час уйдет какой-то максимум. Потом остудить, слить, и уже можно растворять будет золото. Так. Сейчас. Так, ну вот так вот все. Вот так вот. Прошли сутки. Вчера я начал выделять осадок золотом из этого раствора. Если золото есть, оно выделилось. Так, сейчас я это все перелью.
и растворю осадок в царской водке, который уже подготовил. И сразу проведем анализ хлорным оловом, чтобы стало ясно, есть золото или нету. Переливаю. Осадок тяжелый, а именно золотом он никуда не денется, если он тут есть. Все, что не надо, смоется. Большинство пыли этой легкой. В основном грязь какая-то. Мне кажется, есть золото. Сейчас станет ясно после промывки этой. Ну и все, еще раз и хватит. И растворяем осадок, так называемый, в котором должно быть золото. Прям здесь буду растворять, а потом уже отфильтрую. Ну все. Промыл ненужную воду. Можно убрать мутную какую-то. А осадок вот он остался. И сейчас его растворяю в царской водке. Так, вот он. Берем эту кислоту. Вот он осадок. Добавляем, чтобы видно было. Так, ну судя по раствору, стал желтый. Это хорошо. Не исключено, что это и есть золото. Вот. Так, все растворилось. Да. Чуть-чуть ждем. Вот он, раствор. Желтенький такой. Берем капельку хлорного олова. Я вот все подготовил заранее. Капаем. Должна быть сразу реакция. Нам только надо убедиться, что это золото. Так, ну вот так вот сделаю, чтобы видно было. Ну да, золото есть, все. Это золото. Вот, видите, да? Реагирует. Вот еще раз. Золото. А то и была вероятность того, что это могло быть и не золото. Все-таки золото. Отлично. И больше там золота не было. Это уже бесполезный раствор. Так, фильтруем, чтобы весь раствор был. Он заодно отфильтруется. Вот он, раствор. Но он концентрированный. Хороший такой. Нормально получилось. Можно сказать, что золото из посуды. Сейчас это все отфильтрую, и потом сюда перелью, в этот стакан двухлитровый. Я его сейчас помою. Вот так вот. Ну все, в принципе. Сейчас он отфильтруется, и я вылью эти остатки водой. Еще буду промывать, потому что... Все. Так, беру старенький добренький пиросульфит натрий, который меня много раз выручал. И просто вспомню прошлое. Так, вода. Почему я решил применить пиросульфит натрий? Он погасит азотку. Азотную кислоту, переизбыток. Вот почему. Вот столько хватит воды. Так, воду налил. Первое восстановление будет так. Грязное, как бы нечистовое. Пару ложек, я думаю, хватит.
пиросульфита. Да, пару ложек хватит, это запасом. Это запасом. Мешаем его и добавляем туда, и все. И пусть постоит он несколько часов, часов 6. Не исключено, что я буду по второму разу использовать пиросульфит натрия. Тогда осадок будет более чистый, так как пиросульфит натрия — это не железный купорос. Он так не загрязнит осадок. Размешал пиросульфит натрий и добавляем в раствор. Так, я надеюсь, видно все. Так, открываю и добавляю сюда его. Так, добавил. Отлично. Вот золото выделилось все. Вроде коричневый осадок начал появляться. То есть видно, что покоричневел раствор. Он потемнел весь. Так, нужно подождать просто, короче. Он потемнел, покоричневел. Как будто коричневый осадок виден немного. Но пока непонятно, сам раствор тоже темный. Прошло пару часов. Золото практически все выпало на дно. Так, вот оно, коричневый осадок, видите, да? Я решил не ждать, пока весь осадок выпадет. Возможно, еще кое-какой осадок плавает в растворе, мелкий. Возможно, все отфильтрую. Поймаю на фильтре и снова растворю этот осадок. И получу уже более-менее чистый раствор. Он отфильтруется быстро. Потому что добавлял пиросульфит. А пиросульфит очень сильно разъедает бумагу. Вон. Аж шипит. Потому что пиросульфит — это щелочь. Вот, он сейчас просто моментально пройдет. Даже мельчайшая пыль, если вдруг такая есть еще, плавает, задержится на фильтре. Вот почему. Так, я все отфильтровал. Вот он, коричневый осадок с золотом. Достаточно чистый. Но я его хочу снова растворить, отфильтровать и восстановить по второму разу. Также осадок задержался на фильтре. Берем фильтр и сюда все это. Осадок все равно грязноватый немного. После второго восстановления будет идеально чистый. Так, все. Подготовил заранее царскую водку. Я думаю, столько хватит. Наливаем. Так, налил. И сейчас ставлю на плитку. А потом все отфильтрую в этот стаканчик. Так, ну вот я налил, ставлю на плитку, и пусть он растворяется, осадок. Наше золото. Что растворялась бумага и муть, задержались на фильтре, все отфильтровал, хорошо промыл водой, и пришло время выделять золото из раствора.
Берем пиросульфит натрий. Это второе восстановление. Да, можно прям вот так вот, не разбавлять его водой, прям сюда сыпать. Возьму пока ложку. Так, аккуратно буду сыпать. Не так бы бухать, а то может пойти реакция. Вот так вот добавляем. Добавляем. Отлично. Ну, вот так вот аккуратно, чтобы вот разовонь пошла. Ну, все золото выделилось, видите? Уже на дне вот оно. Очень крупное. Сейчас, секундочку. Где брызгалка у меня? Видите, как хорошо. Вот оно и золото наше, видите, на дне уже. О, куски. Вот оно, насадок. О, крупный какой. Прошло каких-то минут 20. Весь осадок, считай, уже на дне. Возможно, даже весь. Раствор немного такой зеленоватый, видите, да? Вот он, осадок коричневый. Тяжеленький, вон как он скатывается. Раз только и все. Очень хороший, крупный и тяжелый осадок. Осталось только расплавить. Раствор немного зеленоватый. Это говорит о том, что в растворе, возможно, было железо немного. Поэтому второе восстановление его более-менее очистило. Так, начинаю фильтровать. И вот самое важное, если второй раз фильтруете, именно перед плавкой, используйте по максимуму маленький фильтр, чтобы было меньше бумаги. Ну, сами знаете, меньше бумаги лучше сплавится. Просто. Так, можно не торопиться. Надеюсь, видно. Сюда вот так вот. Сейчас он быстро отфильтруется в течение каких-то... минут. 10-20 минут и отфильтруется. Потом подсушу и буду плавить. Ну, плавить, наверное, буду завтра. С утра я не тороплюсь. Сейчас я это пропущу, если какой-то осадок плавает еще в растворе, он задержится. И что вот хорошо я заметил, говорю, не налипает на поверхность посуды. Сейчас вот это смоется, эта ерунда. В отличие от железного купороса. Вот поэтому я решил перейти снова на пиросульфит. А потом он гасит азотную кислоту сам. То есть ничего упаривать не надо, просто льете и все. Так, я вчера все отфильтровал. Вот сколько получилось осадка с золотом. Фильтр подсушил. И пришло время сплавить этот осадок с золотом. Так, подрезаем ненужную бумагу по максимуму. Осадок такой крупненький. Вот аккуратненько. Ненужную бумагу убираем. Ее, считай, не будет. Отлично. Осадок золотом. Такой коричневато-желтый. Так, сюда. Вот так вот. Все. Все. Отлично. Устанавливаем тигель в печь. Включаем печь.
и через 3 минуты заглянем. Ну вот, дело пошло. Все. Прошли 3 минуты. Ну вот, бумага уже сгорела. И тигель уже такой красноватый стал. Ждем. Так, я думаю, все сплавилось. И пришло время достать тигель. Отлично. Так. Сейчас он подостынет. Азотная кислота. Лучше в азотке делать. Все. Вот оно, наше золото. Убираем полученный самородок на хранение. Прелесть. Ну, к примеру, в такой целлофановый пакетик. Осталось самое сложное. Передать самородок Сергею. Золотишко. На этом конец.
Спасибо всем за внимание. Вот он результат. Золото очень чистое. Прям блестит аж. Если кого-то интересует, сколько получилось, примерно 8 грамм. На этом конец.